Привет! Я, как и все молодые девушки, конечно же, хочу как можно дольше сохранить свою молодость. И уже сейчас начала консультироваться с разными специалистами по поводу того, как можно сохранить красоту на лице, поддержать здоровье волос и ногтей. Ведь регулярный стресс, несбалансированное питание – все сразу сказывается на нашей внешности. Ну и первое, о чем я подумала, это коллаген от компании Эвелар. Потому что это проверенный российский фармпроизводитель, который выпускает высококачественные препараты по международному стандарту качества GMP. Я много от кого слышала положительные отзывы на этот коллаген. Коллаген «Морской суперкомплекс» – это больше, чем просто коллаген. 10 тысяч миллиграмм морского пептидного коллагена усилены всеми необходимыми компонентами для женской красоты и здоровья. Настоящий витаминный комплекс. Такой богатый состав я еще не встречала. Я пробовала много разных коллагенов, но не все приятны на вкус, да и дозировки были слабоваты. А этот мне очень даже понравился. Я думаю, что сейчас как раз самое время начать наполнять свой организм изнутри полезными компонентами, чтобы наши волосы, ногти и кожа всегда оставались в прекрасном состоянии. Коллаген «Морской суперкомплекс» как раз вам в этом поможет. Он придаст вашей коже эластичность, увлажнит ее, а также, если вы уже прибегли к косметическим процедурам, только усилит их действие и результат, что тоже не может не радовать. Ну и изучить продукт более подробно вы можете на официальном сайте производителя, а также воспользуйтесь нашим промокодом MAMAD, который даст вам персональную скидку в 10%. Переходите в описании под видео и заказывайте коллаген «Морской суперкомплекс». На улице так тепло, прям вообще, даже не скажешь, что сегодня 1 ноября. А вообще, Вася говорит, он на следующей неделе сказал, сам будет дверь устанавливать на веранду. Потому что почему-то он решил, что будет очень холодная зима. Это, наверное, из-за того, что очень много мышей, да? Вот ты что, знаешь, когда... По приметам будет очень суровая зима. Поэтому... Реально. Ну, пока не скажешь, да. Мне даже вот так вот жарко. Мы в футболках просто и в брюках. А я вам говорила, одевайте футболки, но обязательно возьмите с собой безрукавки. Вечером будет холодно. Все равно уже вечером остывает. Как бы не было. Еще целый час нам до приема. А, я пойду. Смотрите, там за храбрость. Тихонько только не подскажите. А, секундочку. Цены вам хотела показать. Время у нас уже, я не знаю. Доча, сколько мы тут пробыли? Часа? 2,5? Да. Да. В общем, все, с нами все закончили. Хочу сказать, что тут мне, вот тут в Краснодаре, мне понравилось больше. Мы зашли к одному челюстному хирургу. Она позвала там стоматолога-терапевта, и стоматолога-хирурга, и анестезиолога. Они все пришли, каждый свою роль сыграл, ну, как это сказать-то, все рассказал, все объяснил. Чё и как, когда, что. Вот мы, да, нам сделали обоим КТ. КТ это что такое? Рентген, КТ что-то там, короче, рентген зубов. Зубы нам все сфотографировали. 150 миллионов раз все рассказали. В общем, все. Записаться мы не записались. Почему? Потому что нам обоим надо сдать анализы. Завтра мы сдаем анализы. Их смотрит анестезиолог. Когда анестезиолог даст добро, что вот после анализов он посмотрит и скажет, да, все, поднимайте, девчонки, я вас беру, мы назначаем дату. Ну, когда у них будет. В общем, мне очень понравилось, очень, да, потому что все очень серьезно. Во-первых, да, вот все, они так скрупулезно к этому проходят. 150 раз миллионов нас посмотрели. Все рассказали, что и как. Во-вторых, прям тут у них палаты.
На первом этаже приемная, на втором этаже не знаю что, на третьем этаже хирурги, там на четвертом они делают там операцию, там палаты на четвертом, нет, на четвертом операции, на третьем палаты, они прям тут у них и палаты, и все. Короче, вот, мне очень понравилось, очень. Цена, ну, чуть-чуть дешевле, чем в Услабинске. В принципе, ну, знаешь, что, доча, хочу сказать? Вот все, что в Услабинске врачи говорили, стоматологи, эти подтвердили один в один. В общем, что те говорили, какие зубы удалять, какие оставить. Цена, ну, в Услабинске чуть-чуть дороже. Вот, ну, немножко дороже. Но разницы... Стационар, он полежит, его не выпьют сразу. А нет, единственное, подожди еще. В Услабинске сказали, лечат они под местным. Типа мы все отколем, все зубы повыдираем и все. Здесь нет. Здесь полностью его под наркоз и все нормально. И даже немножко дешевле выйдет. Да. Потом отметите зубы. Вот. Так что все очень... Дарина звонит. Мне очень понравилось. Ну, да, долго мы, очень долго, 2.5 часа, но зато разжевали, все рассказали, что и как. Так, все, Дарина звонит, ответит. Дети уже ушли, мы тоже на полпути были, но нас вернули. С Васей захотел поговорить сам анестезиолог. Я говорю, что все очень-очень серьезно, и вот он нас вызвал обратно. Он был на операции и захотел лично познакомиться, все пораспросить, что и как. Ну, в общем, все поговорил. Почему он его вернул, Васю, обратно? У него же была операция на шее. Да. Вот, нет, еще не это, еще зеленый. Это нормально. А, ну давай. Ну, он поговорил, посмотрел, операция это была уже больше... 30 лет назад сказал, все хорошо, все. Ну, анализы все надо сдать, ЭКГ, УЗИ, все как положено, все сделать. В общем, я очень рада, но будем надеяться, что все пройдет очень хорошо. Зубы надо лечить, зубов совсем не осталось. Вон я вижу. Что случилось? Смотрите, как свободно. Спасибо. Мы приехали в Азму. Возможно, мы приехали только это поесть и потом зайдем в Окей. Нам надо продукты домой купить. Время у нас уже где-то около 7 вечера. А мы тогда ехали до 10-7. Пауки на нас прыгали. Ну, много было, ага. Еще не решили, все хотим есть, реально хотим. Время уже много, мы ели где-то, наверное, в час, да? Раньше, в час у нас прием был, мы ели где-то, наверное, в половину первого. А в час уже 7. Конечно, мы все проголодались. И еще не решили. Ели 6 часов. О, как это рекорд для нас. Мы ничего не ели 6 часов. И тем более перекусили, когда... Ой, Женька такая. Мы же на второй поднялись, она говорит, он до сих пор не приехал. Если он приехал, то он приехал вниз. Дети такие счастливые, мы приехали в Азму, мы пошли в вкусные точки. Формула кино. На улице 25 минут, и елочки ничего не дают к новогоднему. Ну да. Уже в вашем магните даже Мадочка видела уже Новый год продают. Нет, там. Не, продают, да, да. Наш любимый магазин Модис. Ага. Любим мы его. Мам, сюда, а то поссорим сейчас все. Ну давай сюда, чтоб не ссориться. Мы, короче, когда на рисование ходили, вместо моей девочки. Спросила, а мы будем, типа, когда-то рисовать? Не
только на альбомы, а вообще просто. И наша учительница сказала то, что мы будем рисовать не только на листах, мы будем рисовать на футболках, на шоперах, на деревах. Не только там еще рисовать будем, а еще у нас там развлекательные программы всякие. Короче. Мы еще будем лепить, потом еще зажигать, и еще этой камеры. Из глины лепить. На своих футболках рисовали. Ну ладно. Она сказала, если вы приобретете типа белый или черный, то будем рисовать. А что, дочь, они же вкусные точки хотят. А ты что хотела? Так поесть что-нибудь? Я не что все, то я. Пойдем, вкусная точка, а то они просят а вкусные точки. А ты как хочешь? Пойдем. Дома, какой ты будешь бургер? Дома вот такое хочешь. Дома. Вот чикен бургер. Или вот. Картошечку. Вот такую. Это Томми мы берем, сейчас тебе сама себе выберешь. А теперь напиток какой? Хорошо. Игрушка, все. Сейчас тебе тоже возьмем. Вот тебе такой, вот смотри. Хорошо. Вот тебе вот такой? Или наггетсы? А будешь такой? Картошку фри? Что ты себе выбрала? Иди с мамой, садись и жди. Так, купи себе билет. Креветки опять? Да. Что еще? Ты что, одни креветки только? Жень, ты одними креветками не наешься? Там я еще не все взяла. Там мальчишки баловались. Девчонки так наблюдают за ними, да? Завтра у Саши лечение зубов. Она прям не хочет. Тебе и завтра, еще и на следующий четверг мы запишемся. Женя такая, мама, я... Давайте вам тогда сразу на пятницу. Почему на пятницу? Чтоб сразу все сделать. А, пока каникулы? Да. А, ну спросим завтра, спросим тогда. Софи, вот у нас каникулы рейсы. Мы тогда спросим точно, может быть и Дарину на пятницу запишем. Все равно Дарину забирать в пятницу. Потому что субботу выходной, воскресенье, понедельник тоже выходной. Поэтому мы можем действительно в пятницу вылечить и забрать Дарину заодно домой. Народу сегодня немного, может быть то, что поздно уже. Или почему, не пойму, обычно тут не протолкнуться. Но что-то как-то пусто. Хорошо, зато место спокойно нашли. Да, доченьки, внученьки? Да. Ну что там у тебя? Жид крыло. Так, есть картошечка. Я же говорю, это не так. Надо на салфетке, на салфетке, дочь. Бургер. И самая игрушка. Дочко. Тигренок. Это мое. Где твоя игрушка? Еще Женя где-то должна что-то принести. Это что там же попало вам? Это Женя там что-то должна вам принести. А где эти сами заказывали? Креветки там какие-то. Салфетку положи. Ого, какая игрушка классная. Ну-ка. Это кто? Ну, это твоя. Тигр. Ну-ка, а тебе что? Вот такой. О, кофе нам. Это Лео. Лео? Мне тоже Лео попался. Одинаковые? О, вы как двойняшки. А как это?
И меня. Папочку, на. Что-то так быстро сегодня все приготовили. Это что, народу мало, наверное? Ну-ка, Женечка, покажи, что вы там себе поназаказывали. Мы тут бургеры, крылья, креветки. Это что, я не знаю. Это ж, Саша себе в крылья заказала. Саша, ты какой себе бургер заказывала? Ну, не знаю, короче. О, что-то там лука сколько много. Это капуста. Не знаю я, где чей. Это чикен грибной. Нет, чикен хит. Не знаю я, где чей. Ну ладно, ешьте. Это как суша. Вы заказывали то. Ой, ну все, кушайте. Всем приятного аппетита. Ага. Папа говорит, как я есть буду? Как-нибудь. Как всегда, набрали. Хорошо, у нас есть вот такая штука. Осталось-то всего два бургера. Саша не захотела, он невкусный. Софийка не захотела. А это остатки собаки. Сейчас положим. Дома. Девчонки понадкусали их и бросили. Тебе это не. Так что будем делать? Пойдем в Азмолда домой поедем. Устали сегодня все. Мам, мы так в Азмолде. Мы так, в Окей. В Окей. Продукты. Только это. Сходим, Софика один раз прокатится на лошадке. Ну, хотим. Пойдем. Ладно. Ой-ой, бежит, быстро как. Каталась на лошадке? Да. Ох, молодец. Три раза даже? Да. Аж три раза она каталась? Ну, а поставь. Я с Томой. Три раза каталась. А вы знаете, какого у нее телефона, Тома? Тома, где твой телефон? Я не помню. Ну и как мы теперь покупать будем? Сама в машине оставила. Папа, стой. Купила себе. Постоянно зарядка у меня кончается на моем айфоне. Но это потому, что я постоянно снимаю и в телефоне торчу. Купили мне, дома покажем, как Максей. Он. Повербанк. Максейф. Это тех самых не знаю. Не, ну правильно, повербанк. Но. Просто он идет, как Максейф, телефона приклеивается. А, ну в общем покажем дома. Время у нас 8. Ну, мы не торопились никуда. Девчонки там немножко покатались, Софийка. Мы сейчас купим продукты и домой уже потихонечку поедем. Ой, в этом Окей, чё только нету. Ну, чё только нету. Какой код, согласен. Вот, давай, Томи. Чё там написано? Какой год, такой и код, чёрный. Угу. Посмотрим ещё, какой следующий год будет. Может, еще чернее черного. Что это? Помада. Нет. У вас положи на место. У вас этих помад. Мы сюда сначала пришли. Я не знаю, что мы сюда пришли. Скоро шампанское надо будет заранее купить. А то мы 30-го в прошлый раз искали. Сейчас не могли найти. Сейчас купите заранее. И надежка всякая. Ой, нам ничего не надо. Ну. Да везде одно и то же. Мы уже купили мыло. Майонез совсем закончился. И нам надо сыр домой. Каких только. Ого. Чего только нету. А мы всегда возьмем то, что всегда берем. А, доча? Да. Топленое молочко. Вот сюда. Нет, у меня. Переложите его сюда, а ей дальше. Нет, это оставь. Не надо так кидать, у нас не поломать. Не-не-не-не-не. Продукты к Софийке. Все. Да, большой. Давайте тут купим, сколько много всего. Нет, нет, сыр купили. Что нам, я не помню, хлеб надо, нет?
Осталось колбасу купить, наверное, и все. Вот колбаса. Может, хурму возьмем хоть, а? Смотри, мы берем в магните в Старотворе, только маленькую. За 269, смотри какая. Мам, давайте такую возьмем. Ну давайте возьмем. Все, на запас. Ой, запас, с вами запасешься. Не могу. Мам, мы тут дети тоже все время большую покупали, помнишь? Почему она тут настолько дешевле? У нас в магните вообще дорого. Вот он, да. А мы ту за 270 взяли большую. Да, действительно. Это надо будет только карту положить. Угу. Нам, наверное, полукопченую тоже надо. Мы доели сегодня утром. Мандарины и апельсины есть. У нас, наверное, только груш нету, яблоки есть. Киви, правда, вчера доели. Ну, давайте, давайте возьмем. Вот там. Угу. Дочь, хотите нектарины? Смотрите, даже персики есть. Нектарины. Не хочешь? Я хочу. Вот давайте арбуз купим. Арбуз не знаю. Как-то. Не лазь. Уронишь, не дай бог. Точно купим. Это что? О, мам, я вспомнила. Инжир. Где-то, наверное, с той стороны. Слушайте, вот время, да, где-то 8:30, наверное. И тепло на улице. Мы все без рукавки с собой взяли. Тут не надо, не пригодилось. Так, раздеты мне что. Мам, мне даже вообще не было. Опа, 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 пойдемте все тихонько. Машина едет. В смысле, выезжает. Но. О, мама, они единственные на стороне. А, ну. Так мы вставали, так были одни на стороне. Хорошо сегодня съездили. Тихо, спокойно. Бывает, конечно, мы ссоримся, обижаемся друг на друга. Что-то там... Дети там начинают ругаться между собой, какие-то отношения выяснять. А сегодня все прям вообще хорошо. Фика уснула, правда, там в клинике, пока мы там были. И Женя поспала, и Софийка поспала. Прям хорошо, да, дочь? Сегодня хорошо съездили. Только что Настя немножко живот, говорит, тянет. Устала, наверное, живот тянет чуть-чуть. Не, нормально. Может, есть хочу. Ну... Так, все. А тут мыло отдельно мы положили. Ставь, пап, сумку. Немножко купили, пойдет. Все, поедем домой. Подержишь, мам, я закрываю. Там немножко у нас осталось от KFC. Тут вот. Вот такое себе зарядное я купила. Ой, не зарядное, как он? Полный. Вот такой. Вот. А мы не смогли ничего купить. У меня то не хватает вечно зарядки. А тут мыло. Дегтярное и такое простое. Надо нам еще купить такое серое для девчонок, а то у них уже черные точки на носу появляются. Да вот что мы купили, вот какую-то вот такую, не знаю, что такое, вот это колбаску, два сыра, масло и майонез. Все. Да? Ой, папка тут шуршит.
все, спать будем. Девчонки пошли воду проверить у животных и сухой корм дадут. Мы специально покупаем на такие непредвиденные случаи. Вот. Все устали, время уже 11 час на самом деле. Ну, Стёна, наверное, уже вообще легла. А нет, она, наверное... Ну, ладно, не скажу, где. Все, приехали. Слава богу, нормально доехали. Дочь открывает всегда. Тома, видео снимаешь? Да. В ТикТоке насмотрелась? Это косточки такие вкусные. А ты помыла фрукт? Да. Задумалась такая. Вася читает результаты. МРТ. Ладно, дорогие мои, Василий Владимирович, время уже позднее, будем мы с вами прощаться. Все устали. Всем пока. Всем пока-пока. Ой, хоть удобно, нет? Нет. Это видео какое-то. Потому что вкус другой. Он хоть кисленький. Точно его есть можно? Да. Но маленькому не положено. Ладно. Теперь точно пока.